С начала боевых действий на территории Донбасса каждому жителю Шахтерского края пришлось на собственном опыте прочувствовать, что такое война. Мужчины нашего региона, по примеру наших дедов в 41-м, встали в ряды бойцов, отважно защищая свою родную землю. Поэтому в то время, как в Украине стараются искоренить праздник Дня защитника Отечества, в Донецкой Народной Республике уже начали проводить мероприятия, приуроченные к этому празднику. 17 февраля в Донецком ДК имени Куйбышева состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Инициативу в организации праздника взял на себя творческий актив студентов и преподавателей Донецкого государственного университета управления при участии танцевальных коллективов Куйбышевского района столицы ДНР. Были приглашены почетные гости – военнослужащие армии Донецкой Народной Республики, а также глава Куйбышевского района Иван Приходько. Сегодняшнее мероприятие посвящено 23 февраля. Проводит его наш родной университет управления. Проводит для мужчин, для военнослужащих, в том числе приглашены и жители Куйбышевского района мужчины. Приглашены практически представители практически всех бригад. Будет показан концерт силами университета и силами района. Торжественное мероприятие, посвященное Дню мужчины, Дню защитника Отечества. Безусловно, я хочу поздравить всех мужчин Донецкой Народной Республики. Хочу им пожелать, прежде всего, здоровья, пожелать им выдержки, потому что особенно на мирное население сейчас легла очень серьезная нагрузка, легла ответственность. Это недюжие нервы, которыми приходится справляться. А мужчина каждый ответственный за своих женщин. Поэтому вот им сил, здоровья и уверенности в завтрашнем дне и мира. Также 18 февраля в Дворце детского юношеского творчества поздравляли с грядущим праздником воинской доблести ветеранов и военнослужащих армии ДНР. На празднике присутствовали главы районных администраций, руководители различных уровней и работники образования города Донецка. На сцене выступили творческие коллективы столицы ДНР, а в фойе дворца разместили выставку фоторабот, посвященную теме победы и защитникам Отечества. На выставке представлено около 60 работ учащихся и руководителей народной фотостудии «МИГ» Дворца детского юношеского творчества города Донецка. Здесь собраны разные работы разных авторов разных лет, но все они объединены одной темой. Некоторых ветеранов и защитников, которых мы видим на этих фотографиях, и они здесь улыбаются и танцуют, уже нет с нами. Это грустно, но это неизбежно. Юные фотографы выражали в этих фотографиях свои чувства и мысли по отношению к героям. Как жили мы, боясь, и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине и в горной тишине, морской волны им ярость на огне. Как жили мы, боясь, и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной тишине. Дарья Черничная, Елена Чистякова, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ.